3400 самарцев уже воспользовались возможностью досрочного голосования. Это примерно 0,37% от всех избирателей. Напомню, 2 сентября в городе открылись двери участковых избирательных комиссий. Работают они по графику в будни с 16:00 до 20:00, выходные с 10 до 16:00. Сделать выбор заранее можно до 12 сентября. К уважительным причинам, которые могут стать основанием для досрочного голосования, относятся отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, а также состояние здоровья.